Приветствую подписчики, а также тот, кто попал на мой канал, пусть и случайно. Мы играем в Готика 2 Ночь Ворона, версия 1.0. Да, она не пропачена, просто немножко доведена там до ума. Баги и лаги были подправлены. А так она совершенно лысая. Итак, мы остановились на том, что... Так, кошелек. Украсть. Ты выглядишь как рудокоп. Я и есть рудокоп. Так, как добывается золото? Торус собирает его и распределяет. Каждый получает. Мне кажется, это хорошо. Почему ты не в шахте? Я был там достаточно долго и... прежде чем я получил... Понятно. Что за красный камень? Это придумали Торус и Эстебан. Торус заботится о распределении золота. Конечно. Он не хочет бегать к Торусу каждый раз, когда кто-то идет в шахту. Поэтому он и дает работник. Понятно. Так. У Травокура травку, я уж не помню. Фортуна. Темное облако накрыло дом с кровью, которая нужна, чтобы пос... С тобой все. Зеленый. Зеленый послушник. Я не могу. Вот, возьми эту болотную траву. Я могу. Я могу. Зеленый. Вот. Но это не тот. Не тот. Не зеленый, не зеленый. Я. Так, сундук этого хмыря. Так, ты у нас кто? Привет. Привет. Рудокопов? Верно, но бандиты здесь только для того, чтобы добывать руду. Так. Ты мне можешь расконечь, поэтому я... Да. Пойду ну, золото, трака ты... золото добываться. Я... Знай, основная работа производится и не стоит запомнить. Понятненько. Мне нужно. Так, ты кто? Можешь ты... Что касается опытный золот... Опытный. Только что правило. А, подождите. У этого козлина, если я не ошибаюсь. Эй! Что-то забрать надо. Ты рудокоп? Ты по штанам так решил? Все, что я здесь делаю, готовлю тушеное мясо. Это очень важно. Если хочешь... Я хочу стать сильнее. Нет. Так. Вот, по-моему, вот этому надо морду набить, и у него вроде если... Не надо! Что? Если ты не хочешь создавать... Этот со парень непредсказуем. Пусть он спит. Так. Черт. Зачем ты меня разбудил? Нет, не надо ничего. У тебя теперь есть и на твоем месте. Ой-ой-ой. Так. Блин. Нет, не у него зеленый послушник. Так, у нас еще есть... Что, у нас есть Люси, пропавшая. У нас это она таки висит, это, блин, задание. Так, тут прохода нету. А нет, вот проход, все правильно. Вот он. Вот так. Тут копать нигде ничего не надо. Нет, копать ничего нигде не надо. Ладно. Так. Вот она. Эй, ты. А тебя обыскались. Ты из Хари... Ох, не напоминай. Пока в город приходили корабли, так, можно было как-то прожить. Но потом... Так, а как же Элврих? А как же... С Элврихом я порвала. Почему? Он трус. Когда бандиты утащили меня... Вот так вот. Что ты собираешь? Посмотрим. Пока я остаюсь здесь со Снафом, Фиском и остальными. Ой, ты уже видел Тороса?
О, Инос. На, Торус. Извини. Да. Так. Как дела? Послушай, если тебе нужна... Понятненько. Что же ты здесь... И что же вы здесь... Ну, пива у нас немного. И, пожалуй, это единственное хорошее. Так что обычно мы пьем крепкие напитки. Тебе стоит попробовать вот это. Я взяла рецепт у Сэмюэля. Эликсир получат. Паладинов она не любит, их никто не любит. Ты можешь меня чем-нибудь обучить? С радостью. А, ловкость. Дай. Давай-ка я у тебя... Возьму. Так. Хочешь жрать или... Так. Я тут... Что у нас в меню? Советовал бы попробовать... Давай, давай, я даже... А, собственно, почему бы нет? Рецепт улу-мулу. Так, это надо продать все. Все продать. Так. Так. Чистого здоровья, важное сообщение. Так. Рецепт молота лу. Так, рецепт чистой маны. Так, сальная записка Мангуса. Так, записка Уильяма Рыбака. Так. Где? Так, сообщение Милтона Гордона. Так, записка в долине рудокопов. Письмо. Пропуск. Письмо. Большинство-то можно скинуть. Ну-ка, давай, я тебе... Я тебе сейчас немножечко накидаю тут. Так. Так. Ой. Вызов гоблина. Так. Большая огненная буря. Смотри, как я тебе. Вот этих так вообще. Так, я в деньгах-то богатею хоть? А то что-то не очень-то вижу. Нахапал, нахапал. Ну, я нахапал-то их для продажи. Так. Армия тьмы. Дыхание смерти. Так, пока вроде повторяющихся. Нет. Уничтожение нежити. Так. Потом что у нас? Так. Среднее исцеление. Так, это у нас все. Так. Тут у нас пока порядочек. Смотрите, как ты разбогатела-то. Так это вы, ты не получишь это точно. Буря. Так. Теперь давай сюда. Ой, не сюда. Прошу прощения. Хотя мне от книг тоже надо уже избавляться. Так, что у нас? Тяжелые доспехи охотника. Так, доспехи паладина продам. Доспехи паладина. Мантия ищущих продам. Доспехи ворона продам. Доспехи охотника. Так, средние доспехи. Это мои же какие-то там были. Так, мантию я не заслужил. Не заслужил. Мантия некроманта не заслужил. Хромовика не было у меня. Легкий доспех охотника на драконов. Так, это... Доспехи рыцаря не было. Так, тяжелые доспехи наемника это мое. Так, доспехи наемника. Так, тяжелое ополчение. Так, панцирь. Панцирь. Доспехи с панциря краулер. Так, нет, мне пока их еще не сшили. Доспехи с... стражника не было у меня. Рудного барона тоже. Тоже не было. Доспехи пирата были. Доспехи кольца воды были.
Наемника. Так, доспехи наемника, легкие доспехи наемника, кожаные доспехи. А остальные у меня были. Так. Надо наверх сходить. Тут меня кто-то ждет, нет? Алхимический стол. Так, тут книги какие-нибудь нету. Так, бутыли эти сами заберите. Так, тут можно спать. Спать. А что же у нас? На. Нам надо сейчас выманить там одного засранца, чтобы грабануть его, что ли. Эй, ты! Фиск. Если тебе нужен торговец, моя лавка находит... Подожди минутку. А ты же вроде мечом махал в первой части. Подожди минутку. Да, стойте. Возможно, я говорил тебе раньше. Пока. Ну давай, я вот. Все возможно. Вот так возьму у тебя. Я не позволю так обращаться с собой. Бандит. Телохранитель, телохранитель. Так ты тот самый парень, что слухи быстро. Франко был крепким орешком. Просто чтобы сразу прояснить ситуацию. Я убью тебя. Так, ну мне в первую очередь нужен твой кошелек. Мне нужны доспехи получше. Мне... Зачем? У тебя уже есть... Я хочу попасть... Естественно. Потому что каждый, кто копает в шахте, а я выдаю красные камни, один из которых... Так. Дай мне... Хорошо. Но это... Обычно я прошу часть того золота, что... Много ли ты знаешь, а то ты, наверное, наработал несколько приемов. Если я дам тебе красный... То не потому, что ты такой хороший рудокоп. У меня есть... Какая работа? Какая работа? Один из бандитов хотел меня убить. Но вместо этого мои охранники... Он хотел занять... Он был просто дурень. Безмозглый убийца. Он выполнял чье-то задание. Так что же, мне нужно... Тот, кто послал убийцу, заплатит за это. Синьян... Синьян? Он тоже работает на меня. Я сказал ему, чтобы он смотрел... Так. И что мне... Все в лагере знают об этом. Поэтому ты постарайся выяснить, кто на моей стороне, а кто поговори со Снафом. Все возможно. Послушай, у меня возвращайся. Понятненько. Не стоит надеяться. Так, взяли задание, поговори со Снафом. Так, ну хотя я могу и так выкрасть. Там, кстати, выкрасть можно так вот обойти сзади и украсть. Она книжный стенд, подождите. А, можно, если не ошибаюсь, можно украсть там это... Она же у меня в сундуке лежит, нет? Где-то здесь. Нет, так, минутку. Значит, табличка будет у него. Поговорить с мужиками. Тут, кстати, смотрите, кто играет вот в таких вот в жопошных местах. Ты действительно бывает в основном что-то это не секрет. Зарыто. Ты действительно думаешь? Ну, давайте посмотрим. Я сейчас спущусь, могу ли я сюда зайти? У меня нет времени на это. Так. Этого я тебе сказал. Да, вообще не то. Так, еще и зеленый послушник. Лучше не говори, не надо. Со Снафом. Все возможно. Фини. Эй, ты! Это еще не все, поверь. Эй, ты! Если бы он был с нами, все было бы... По поводу... Да? У тебя есть идеи? А зачем тебе? Я... Да? Никто никогда не спрашивает меня. Никто ничего не хочет знать. У меня... Ты в сговоре с тем, кто это устроил? Это абсолютно...
Это... Да? Ну, тогда я ничего. Так, давай-ка еще разок попробуем. Меня... Слушаю. У тебя есть предположение? Конечно. Я уверен, что вот он всегда рвался в шахту, как уж... Но с момента нападения... Это же очевидно. Думаю, он просто... Так. Но что? Откуда мне знать? Может, у него... Да это звучит... Довольно логично. Мне нужно... Эй, ты! Из... Оставь меня... Так. А у меня, по-моему, ну-ка, есть ли у меня забвение? Да было до хренища. Нужно больше тренироваться. Возможно, я говорил тебе раньше. Этого я тебе сказать не могу. Эй, ты! Ему стоило... Оставь меня! Ага, нет. Так. А, надо, может, приготовить самому зеленый послушник, если я, конечно, умею. Помню, где-то вроде рецепт, что ли, был, может. Сейчас, давайте попробуем смешать табак, если получится. Так, что у нас есть? Изготовление зелья маны, чем особое зелье, приготовить, смешать табак. Так, косяк из болотной травы, так. Смешать табак. С медом. С черным грибом. С яблоком. Ну и один простой. Так. Я уж не помню, где лежит, но рецепт, если даже он есть, он точно где-то тут должен быть. Я так думаю. Либо бежать в город надо, там же этот предсказатель есть, этот травокур. Вот у него может быть. Зеленый. Зеленый. Так. Вот. Нет. Не зеленый. Я ве. Да. Идем теперь сюда. Тут, по-моему, вот кузнец есть. И вот у кузнеца вот напарник. Вот этот, по-моему, эй! Хотел его убить. Уху, но я не отдам их. Ты уже знаешь, что я думаю. Ты работаешь. Я хотел заработать немного золота, стал работать с ним. Он сказал, что я ему но больше. А чем я могу еще заняться? На это не стоит надеяться. Я просто хочу... Тебе не стоит спрашивать. Что? Ничего, приятель. И тут уж не... Он сам так решил. Стоп. Я просто... Так, ну это ты. Эй, ты! Здравствуй, Хуна. Так. Я гляжу. И ни одну. Сталь. Мы нигде... Так, я думал, нет. Это именно так, как я сказал. Ну да. Старый лагерь. Да. Все так думают. Немного. Некоторые последовали за вороном. Так, скажи мне, как ты спасся? Скажи, ну как только кто-то... Ну как они спали, все так спаслись? Что ты думаешь? В меня угодило. Этой черт позже мне сказали. Да молния еще тебя пришибла, так. Могу? Проклятый шакал дерет. Да ладно. Покажи. Так, занял основ кузнечного дела. Нет, о. Так, по поводу нападения на Эстабана. По-моему, к нему надо ночью подходить. Что тебе от меня? Ничего особенного, просто. А с чего ты взял? Ну, я ничего об этом не знаю. Так.
Эй! Понятненько. Так, говорю, по-моему, ночью надо к нему прийти. Какие жалкие крохи, господи. Позорище. Так. Когда он спать будет, опа, к нему наведаешься. Так, тут копать нет, можно где-то. Так, ладно. Блин, блинский. Оттуда не перепрыгнуть. Ладненько. Давайте поговорим с Торусом. Ты знаешь правила. Никто не может... Дело не в шахте. Это ничего не меняет. Правила... Возвращайся. Если тебе это не нравится, можешь поговорить со Стебаном. Подожди минутку. Он сам так решил. Так, ключ. Что не изменит это? Ключ украли, так. Никто ничего не хочет знать. Ходят раз... Эй, нигде. Полагаю, что нет никакого вступительного экзамена. Понятненько. Ты был одним из заключенных? Возможно, нет, не... Может быть, ты не тот, кто уничтожил барьер? И что? Эти времена прошли. Ты хочешь войти? Тогда да. Красный камень. Это очень... Правда? Ты действительно... Его охранники твердо выполняют приказ не пускать никого. Так что лучше выкинь эту идею из головы. Ну ладно. Давай я объясню тебе, потому что я... Понятно, согласен, короче, ты... не поможет он так. Вот. Это неправильный камень. Только... Блин, блинский. Это абсолютно очевидно. Так, ладно. Пойди туда, сделай это. Ты что здесь делаешь? Мясо жаришь еще на корячках. Ладно. Давай спросим у Люси. Что? Ничего. Эй. Эй. Снав. Что ты? Ты говоришь про нападение? Ну, ты меня понимаешь, хозяин. Значит... Ну, я этого не говорю. Аж... Я бы задумался над тем, что я знаю о человеке, который... Во-первых, вероятнее всего, это разбойник. Это означает... Во-вторых, он наверняка за тобой... И в-третьих, пока он считает, что ты на стороне Эстебана, он ни за что не раскроет. Самое время задать вопрос. Каковы твои... Да. Ну и как... Ну, хотя вряд ли можно говорить об этом. Спасибо тебе. Эй, ты от меня ничего... Так. Что? Тебе следует быть бо... Информация стоит... Ну, из... Десятка вполне... Так. А Фиск? Фиск есть Фиск. Он платит долю Эстебану. По мне так... Так, Фиск. Какого? Насколько... Этих тоже... А Синьян один из ребят Эстебана. Довольно да... А ты... Как? Ну... Вот я на тебя столько денег что? Спустил. А, конечно. А что? Вот он. Не думаю, что он без ума от Эстебана. Из-за того, что он работает на Хуна. Вот. А ты? Я думаю, что нам не стоит... Понятненько, так. Эй, ты! Я... И он сказал тебе о нападении. Он сказал мне найти того, кто... Не больше тебя. Я тоже его ищу. И тут... Да? Я хочу, чтобы ты выполнил свое задание. И когда ты его найдешь, а я заберу награду. У меня объявление о твоем розыске. Я знал, что когда ты выполнишь свою работу и выполнишь ее хорошо... Еще увидишь. Ты знаешь... Так, ты что? Ленар... Ленар? Он сказал, что ты не был в шахте с тех... Я? Ничего. Ты работаешь вместе с... И вы оба в сговоре с Эстебаном. Пока что Эстебан ничем не помог. Оставь... Так, понятно.
Что? Эй, приятель! Так. Сейчас по-быстрому. Рамон. Эй, ты! Тут, кстати, есть такие, да, миссии такие. Что ты на покушение Стебана? После того, как нападающий был убит, Торрес приказал мне найти нового, и Франко послал нового. Эй, я просто делаю то, что мне сказал. Позволю так обращаться с собой. И оставь меня! Какая обеспеченность. Так. Я бы не доверял тому, кто... Зайдем еще к двум парнишкам. Вот один из них. Ну-ка. Так, у него траву купить. Еще один у нас в пещере находится. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Эй, ты! Я... Логан. Рено Логан. Блин. Ну что же делать-то? У нас по времени что там? А как спать до середины ночи? Можно было бы часы хоть выставлять. Было бы немножко полегче пережить это. Так может продолжаться вечность. Так. Если бы он был с нами, и... Блин, блинские. Ну давайте ляжем спать и посмотрим. Спим до чего? До рассвета. Боюсь, что на рассвете-то. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Так. Понятия не имею, скажи мне. Это все слухи. Ну-ка, вставай. Мешок с говном. А если бы он был с нами, все было бы... Послушай, у меня... Возвращайся к... Не стоит спрашивать меня об этом. У меня нет времени Черт. На это. Так. В чем дело? От этого будут одни проблемы. Мне бы... Могу предложить, проклятый шакал дерёт. Хорошо. Отлично. Так. Так, что у меня тут? Так, средние доспехи, тяжелые доспехи бандита. Эй, ты! Стоп. Я просто хочу... Черт, что тебе? Так. Блин, со всем лагерем драться, да? Нет, так дело не пойдет. Как бы, блин, мне... Эй, ты! Я... Так. Мне, ну... Что касается тебя, то ты опытный за... Оставь меня в... Так, теперь что касается тебя... Вот, рецепт зеленого послушника, говорю же, блин, он где-то здесь должен быть. Так. Вот так.
В общем, нужен косяк и что-то там еще, да? Еще. Ты знаешь. Блин, ты знаешь, где меня найти. Так. Смешать табак. Опаньки, да, опаньки, да, а потушеньки. Блин, с боем прорваться, что ли? Эй! Что? Вообще ничего. Эй, приятель, я не... Что тебе из... Вообще не... Так. Ну, зеленый. Давай. Вот. Давай, дебил. А. Так. Кошелек. И что мы имеем? Да. Когда-то я принадлежал к брату. Да, мы все осужденные. Эй, я тоже был за... Я... Я ничего не помню. Ну уже сосредоточь. Ворон, я помню... Что с темный зал? Эх, мне жаль. Должен... Да, да, на... Гуру знают различные способы. А ты что не... Нет, я боюсь, исчезает это знание исчезло. Исчезает вместе с Гуру. Ладно. Так, ладно. Блин. Вот будем делать. Так может продолжаться вечность. Тоже небольшое дело. Что делать? Так, как же ему вернуть память? Как же память вернуть? Как-то. Ну-ка. Так. Ну-ка. Вот ты мне, ну-ка поможешь? Поможешь. Фортуна не все в порядке с головой. Фортуна? Он был им. Ворона? Хм. Я могу сварить зелье. В лагере есть стол. Будь осторожен с этим рецептом. Если ты как-то не так его... Я буду. Понятно. Так, давайте посмотрим рецепт изменения сознания. Так. Эликсир изменения сознания. Блин, вот этот, походу, дело. И я знаю, что то ли Пол, то ли вот этот, кто он там, кузнец Хуна. Кто-то из них, короче, Косипор. Так, а тут вот кто-то встречается, если я бывает помню. Убийца, что ли? Так, изготовление, так, лечебное зелье, особое зелье. Два жало кровавой мухи. Так, почему у меня не хватает? Ну-ка, читай. Так, для создания этого эликсира необходим секрет из жала двух кровавых мух. К нему нужно добавить один экстракт маны и одну лечебную эссенцию. Примешать, вскипятить и добавить красный жгучий перец. Это зелье может приготовить только опытный алхимик, владеющий навыком экстрагированного секрета из жал кровавых мух. Так, теперь за кровавым... Так, а я могу выйти в это? Из что-то из кровавых мух, так, из зелья. Жизни, эликсир духа. Ну, не знаю, ну да, приготовлю на всякий случай. Так, это особо изготовить лечебное зелье, так. Перегнать алкоголь.
Тоже. Это у тебя есть? Ты? Может, у меня красного перца нет? Да. Я тебе, блин, столько всего давал, куда ты все дело. Так. Но тебе нужно срочно исправить это и порвать с ним, иначе не... Ну, хотя вряд ли можно говорить об... Само собой. Вот именно. Так. Тебе... Это мы уже проходили. Так, красный перец. А где можно взять красный перец? Я думаю, мне только его и не хватает. Спать до утра. Оставь меня. Ой-ой-ой. Блин. Давайте, кто у нас здесь еще может торговать? Так, вот их нету, вот этих нет. Ты не торгуешь. Ну, у тебя-то тем более нету, у тебя мы только что копошились. Торгаш у нас что еще есть. Это? Вот он. Фиск. Что? Слушай, я не имею... У меня свои заботы. Каким образом? За последнюю партию товара я заплатил солидную сумму, но товар вот я так и не получил. Меня обокрали. Что за товар? Пакет с отмычками. Но парень по имени Хуан украл и отмычки. Это вот, который я завалил, по-моему, в прошлом видео. Замечательно. Он мертв. Хорошо. Значит, он... Думаю, что тебя... У меня хорошие отношения. Я поговорю с ним, и он сделает... И еще я дам тебе... Это рука руку моет. Ну, молодец. Хуан работал на Эстебана. Хуан... Что? Не играй со мной в свои игры. Ты знал об этом. Хорошо, ты прав. Но я надеюсь, что ты понимаешь, почему я тебе об этом не сказал. Каждый в этом лагере знает, что у меня нет никакого желания. Понятно. Это абсолютно очевидно. Собственно. Кого ты хочешь тут обмануть? Мой тебе совет. Когда речь заходит об Эстебане, и хватит об этом. Покажи мне свои товары. Покажи. Репа, лечебная. Так, это надо брать у травников. Либо у продавцов. Так, у нас есть еще одна травница, но я, блин, боюсь, что действительно к ней надо будет идти. Пока. Так. И немножечко еще. Так. Блин, если вот этого травника нет, реально придется к той травнице бежать. Как ее зовут? Зовут. Как крысы, я остался совсем один. От этого Сагита зовут. Мне. Я уж сам вспомню. Так. Эй, ты! Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Я так и предполагал, что не может быть, чтобы меня туда обратно не отправили. Эй, ты! Я слышал, ты... Но теперь нам на шею села. Села. Вау, кровавая муха. Так, давай-ка. На. А, не. А так? Нечего взять.
Нечего. Нечего терять. Нечего взять. Блин, блин, скинь. Ладно, там мы приготовим. Я уверен, что у Сагиты, значит, есть, потому что, блин. Так, у пиратов. Не, ну это же трава, правильно? И очень большое предположение, что это у травницы. Скорее всего, все это дело. Так, а у меня от пиратов же какая-то еще миссия была. Смертельная ситуация, разведка среди бандитов, северный пляж. Убийцы Ануса там. Анус. Реально Анус, наверное. Да, еще жопа. Так, кому что надо доложить? Насчет. Как насчет? Выглядит неплохо. Я нашел эту табличку. Это в храме. А, табличка стражей. Зодчие поддерживали очень. Я нашел эту табличку. Судя по табличке, верховного жреца. Да. Это лежало. Скорее всего, о них мы знаем не. Эта вещь лежала в большом. Ты все принес? Это библиотека древ. Предположительно, многие найденные нами. Довольно любопытно. Очень хорошо. Так, образ города образ проясняется, города но проясняется. Мы все еще знаем недостаточно. Всего в этой местности. Да, найди их. Вот немного золот. Посмотрим. Хорошо. Записи, которые мы смогли. Но в письменах зодчих у каждого аппетит, из да, них было одно из было таких табличек одной такой в качестве символа власти. Всех. Так, а насчет ворона? Я побывал в лагере, но прежде чем оказаться рядом с вороном... Отлично! Ворон не при... Он владеет золотом. Это на него похоже. Ай, я так. Работаю над этим. Так. Пусть ада... Закрою рот свой. Эй! Так, ну ты маг, что у тебя можно взять? Этот мне тоже не нужен. Мне нужен. Ну-ка, вот этот. Нет? Нет, вроде не он. Так. Вот он. А, подождите, у меня юниора нету больше. И, опа. Так. Потом там тоже надо будет нам прыгнуть. Раза два, три. Опа. А, зачем прыгать? У меня же камень телепортации есть. Блин, я же забыл. Точно. Ну-ка. Где же? Так. Сардасу, в торговый порт, кругу солнца, в долине рудокопов, в Каринисе, в замок, в монастырь. Вот он. Подойди сюда, разбойник! А! Тревога! Ну ни хрена себе! Тревога! Мы ещё встретимся! Вот точно, переодеться-то я забыл. Вот, точно у меня такого не было. Ну ладно, сейчас уже есть. Все? Опять ты! Опять ты! Не могу поверить в это. Я все-таки достал тебя! Стража! Мы еще встретимся! Так, ну понятно. С вами все ясно. Ну
Ну все. Так, мне от вас ни хрена не надо, у вас нет все равно того, чего я ищу. Так. И это правда. Это не новость. Елена. Покажи. Выбирай. Нету. Жизни здесь. Я полностью с тобой согласен. Так, идем к Ли, разговариваем с ним. Посмотрим, что он нам скажет. Действительно правда. У меня собственное мнение на этот счет. Это было всегда очевидно. Кстати, что мне за броня-то? Ну не, неплохо. Мне нравится. Никто ничему не учится у меня. На драконов, значит. Я даже не знал об этом, настаивал, что ему лучше. Так, этих мы уничтожили. Травокур нам не интересен. Кстати, вот вот здесь тоже миссия есть. Дают ключи. Открываем подземные хрени. Это вот в патчах. Как тут открывается, я уж не помню. Ну, ключи, по-моему, должны дать. Шик, это все уйдет. Так, идем сюда. Хрен, там через эту оградку он не хочет прыгать. Но в патче, вот еще в самом прокачанном патче, тут еще пляска устраивается, там, где любовницу можно заводить, это пипец. Ну, кстати, пляска, она действительно красивая, интересная такая. А вот еще. Может, я ошибся, может, сюда надо было? Ну-ка. Ага, во. Давайте-ка я схожу сюда. Блин. Так неожиданно, конечно. Почему не на... Давай. Вот так. Так, открываем три сундука, и появляется босс. Подождите. Блин, так-то мощно, ни хрена сюда я зашел. Так, подождите, подождите. Ничего нет. Так. А, стойте. Вот здесь же тоже что-то бывает, книги какие-то. Смотрите внимательно, что берете. Так. Ничего нету, да? Ладно, посюда будем вылазить, я еще просмотрю. Старое письмо. Что за старое письмо? Так, смотрим. Письмо, приказы. Так, письмо сбежавшего заключенного. О. Все прошло прахом. Так.
Ладно. Я, кстати, вот сюда залазил и оттуда отстреливал этого хрена. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так. Что-то я не то сделал, да? Вот она. Махач. На. Молодцы, пацаны. Что я могу сказать? Так. Сейчас появится. На. Валите все. Ай-яй-яй-яй. Ну давай. Так. Блин. Меня сейчас загасят, вы чё, падлы? Нифига. Так, у меня же есть было убить нежить. Сейчас. На. Ни хрена себе, сколько он там. Ладно, давайте бежим. Сюда. Ни хрена я там. Дай жару. Если можешь, дай жару. Вот так я его убивал. Он только залазит, а я стреляю. Так. Ты один остался? Да. Смотрим, здесь никаких книг нету. С лордом мы тоже ничего не поимели, да? Так. Ну, по крайней мере, смотрите, как это тоже толпа-то расхреначила-то их. Так.
Залазим. Блин. Сколько ману там жрет? Урон магии 1000, расход маны. О. Нахрена, ну правильно, зато один раз как дал, дал. Все. Больше не просят. Так. Армия тьмы вообще полезная вещь, в плане того, что если ищущие к вам вдруг пришли, даже если целой толпой, при мне, ну как, даже видео у меня есть же. Это армия толпу ищущих гасит на раз-два. Капусту рубит. Давай, давай, где ты, Сагита? Е-мое. Где ты? Ну чувствую уже, что не туда пошел. Блин. Мне бы еще к тебе бы телепорт, там гопа. Набираешь имя, кому телепортироваться. И все. И сразу туда. Потом. Здравствуйте. Вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам, и сразу опаньки у них появился. Да. По поводу того, что да, я не эмоциональный, в плане того, что не кричу, пока видео записываю. Я же не корову проиграл. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Вот, поэтому... Нет, такой я не Жоры Квартанов, который... Вах, мама! Да. Спокойненько отношусь и к проигрышу, и к победе. Да, радуется, радуется, конечно, что я выиграл. Ну и то, что проиграл, я тоже как-то... Единственное, что бывает такое, такие моменты, когда игра, допустим, могла приглючить, и человек отказывался помирать, персонаж, который, по идее, должен помирать, например. Или какой-то лаг, баг и тому подобное, и ни хрена там... Так, Сагита. Какие? Выбирай. Вот здесь, может, у нее... Так. Давай посмотрим. Алхимический стол. Особое зелье. Одна лечебная эссенция. Так. Лечебная эссенция. Не дай бог, у меня только в этом так. Так. Два жала кровавой мухи, один экстракт маны. Экстракт маны. Так. Так. Так, есть еще один травник. Ну-ка. Может, ты что, в сундуках прячешь? Я даже заморачиваться не буду. Так, телепортируемся дальше. Так, демоническую башню. Кругу солнца, вот в порт.
Эй! Есть основные... Понятненько так с тобой. Все ясненько, все понятненько. Дай мне что-нибудь выпить. Да. Поищи кого-нибудь. Так, блин. Как же быть? Как быть? Как же мне тебя любить? И не могу я это сделать, и не могу. Он узнал это не от меня. Я слышал другое. Так, ладно, Ватрас. Нет, сюда. Вот он. Он узнал это не от меня. И Белиар заговорил еще с одним... Константина. Но Аданас... Я... У тебя есть как... Нет. Это существо было смыто с лица... Пока... Болотная трава. Вы чё, падлы? Или мне чё, что-то надо было поговорить с кем-то? Так. Я даже уж не знаю, где, ребята, взять его. Ну-ка. А, кстати, к Ватрасу давайте зайдем, к Ватрасу. Он же это интересовался, куда же люди делись? Куда люди делись? Я всегда знал об этом. А еще к рыбному надо зайти, или здесь на рынке поискать, кому записку-то отдал. Я от... Вот. Так. Так, я хочу сделать пожертвование Данаса, так. Я... Его зовут... Отлично, пока. Тогда... Так. Эта миссия не закрывается. Так, ну ты-то... Я... Видишь? Я же... Но человек и зверь начали войну. Что на земле Аданаса. И гнев богов с ними. Кто-то должен делать это. Так, если у травников нет, то где еще можно быть-то? Есть еще один травник. А, мне еще притащить его надо. Я лучше не буду вмешиваться. И пока... Это было всегда очевидно. Как бы мне тебя выманить, я бы тебя застрелил бы. То же самое. Это не так. Ай-яй-яй-яй-яй. И Инос, рассудив мудро, сделал... Так, сохраняем. А, потому что мне сейчас предстоит, не знаю, как его тащить туда, телепортировать, что ли, или обману. Я слышал, ты был с паладинами в... Тебе стоит задержаться и взглянуть на мои товары. Ты должен отправиться в... Что? У тебя крыша поехала? Чёрта с два... У меня есть приказ, и я выполню его. Так что ли... Что? Да я протащу тебя через весь город за... Давай. Что это? Ледяной кварц. Так, а у тебя никаких потайных ничего тут нету? Мы еще посмотрим. Эй! Хорошо, хорошо. Ты... Так ты еще пожалеешь об этом. Да, черт тебя побери! Только ты сам пойдешь или мне за тобой тащить? Провалим. Все так. Здесь мы накосячили, напортачили. О, а еще же есть этот сборщик, этот болотный-то.
Так что есть шанс, что у него есть красный перец. Я бы сделал по-другому. Так. Я бы перебил бы вас сейчас всех здесь. А где ты? Эй. А вот он ты. Эй. Покажи. Даже не знаю. Давай, а что ты там, все? Ядреная ш... Конечно, ядреная. Сам крутил хер знает, что такое. Ему стоило подумать об этом заранее. Так, ну-ка, сохранимся. Питаю. Скажи мне, что это не так. Так, раз здесь. Это не мои проблемы. Нет никого. Я лучше не. Давайте помню, смотреть что тогда, может, у меня. Я полностью где-то согласен. Стоять. Пойди туда, сделай это. Кисель с яблочным табаком. Я полностью с тобой согласен. Полный монет. Времени на это. Я даже не знал об этом. Я бы так не смог. Кольцо неуязвимости. Действительно веришь в это? Он думает, это так просто. Так. Если все будет по-другому. Да. Понятия не имею. Кто знает, кстати, зачем сгоревшие факелы, пишите. Я даже не знал об этом. Скажи мне, что это не так. Это плохой бизнес. Так. Пойди туда, сделай это. Я слышал другое. Только Иннос знает, что правильно, а что нет. Иннос просвещает тех, кто признает его мудрость. Это еще не все, поверь мне. Иннос просвещает тех, кто Ханна признает его мудрость. Маленький ключик и несколько отмычек. Скажи мне. Ханна. Но ничему не учится у меня. Ему стоило подумать об этом заранее. Это не мои проблемы. Он сам так решил. Вот, это, наверное, этот ключик-то и нужен был для этого. Он сам так решил. Так, это что у меня остается? Полон монет, монеты. Так, со сталью. Тоже мне большое дело. Так, двойное яблоко, похоже на яблоко. Блин, кстати, вот Равкура может спросить. Медовый табак, грибной табак. Намешай ярлык с именем Олаф. Внутри позвать несколько монет. Ему стоило подумать об этом заранее. Олаф. Я сам не лучше. Ладно. Блин, идем к травокуру. Шкуру, что ли, сдать еще, кстати, можно. Ну-ка. Это действительно правда. Где ты болтай? Мне нужны еще шкуры. Ты принес их? Это не новость. Пришел да на... Да подожди ты. Пришел. Да? Иди ты нахрен. Никто ничего не учит. Вот, теперь поговорим. Я при... Это хорошо. Овечьи шкуры? Я... Волчьи шкуры? Совсем шкура варга? А это что за шкура? Я снял ее с тролля. Это? И шкура... Отличная работа. Так, как обстановка? Я принес несколько шкур. Я... Но... Как... Пока нет никаких... Покажи мне товары. Первый раз слышу об этом.
Ладно. Блин, о, кстати, тут кто-то же был. Не могу поверить в это. Эй, ты! Это было всегда очевидно. Пока... Это было так, как ты сказал. У фермера, что ли, купить это дело? Так, где-то травокур. Давай. Зелье изменения сознания. Короче, где-то надо перец доставать. Я... Давай я попробую. Это невероятно, как ты при... Я смешал. Ты хорошо поработал. Ну, на... Спасибо тебе. Ты... Да. Сколько? За какие-то 200... Хорошо. Так, вот еще опыт получил. Должен пробиться сквозь огонь. Люди... Ну, мы уже так это поняли. Это все. Огонь. Что там у нас? Огонь, лед и еще что-то было. Минутку. Блин, ни хрена я тут это застрял-то. Саги-то, блин. Так, ты рыбой торгуешь. Ему стоило лучше подумать. У кого? Кто это сказал? Как это типично для него? Я бы так не сказал. Ему лучше заткнуться. Я лучше... Пока... Это не мои проблемы. Я видела это сама. Посмотри, принес... Это собственные глаза, ты это сказал. И тернист. Принес слишком много. Сам бы никогда не правда? Додумался. Как интересно. У кого еще может быть? Болтает. Но это ужасно. Кто это сказал? Ну, стоит раз подумать. Кстати, у Люси это вышло так. Пропавшие люди, поставщик оружия бандитов, рабы Ворона, предатель Педро. Ладно, хоть Люся это исчезла, блин. Скотина. Блин, да где ж мне взять этот жгучий перец? Неужто у меня так покрошилось где-то что-то? Не может такого быть. Быть того не могет. Ну-ка, давай. Покажи. Мало ли кого я буду вином угощать. Будем песни мы петь. И вином угощать. Блин. Ты хочешь сказать? Почему ты так подозрительный? Я заметил. Ты тоже. А что я? Я должен петь. Хорошо. Понятно. Все об этом знают. Пока. Он слишком много болтает. Так. Но это ужасно. Да, у меня все. Как это типично для него, правда? Как это типично для него, правда? Что это? Я больше ничего не скажу. Кто это сказал? Вот жгучий перец, наконец-то, нахрен. Но это ужасно. Ну давай. Это что такое? Ему лучше заткнуться. Вот. Падла ты нахрен, я уже отчаялся. Типично для него, правда. Выбирай. Больше ничего не скажу. Мне, ну, как знать. Много болтает. Так. Теперь он ты. Почти не отдыхает. Но это ужасно. Так, ну то я тебе, да, насувал-то сюда. У тебя почему-то не исчезло. Нужно. Я видела это сама. Мой муж думает по-другому. Так, блин, где эту записку-то я оставил? Если бы я не видела это собственными глазами... Все, теперь можно... Он почти не отдыхает. Точно идти. Мика-кика. Мика-кика. Мика-мика. Теперь уж можно идти и готовить. Брать табличку нахрен и... Фига. Но есть еще кое-что, чтобы я хотел бы вам, да, показать. И вперед.
Нет, маленько не сюда. Так. Следующий. Бежим. Давай. И ухопаньки. Так, жгучий пик, блин. Вау. Всех травников обошел. Так. Надеюсь, вы-то меня хоть не пристрелите. Так. Сохраним. Так, полон монет. Ага, он не раскрывается, ну и славненько. Так. Шкатулка с драгоценностями. Ну и где у меня доспехи-то? Пояс. Так, амулет у меня. А, защита от огня. Пусть будет. Ищем. Бандиты. Так, средний доспех охотника на драконов. Тяжелый доспехи наемника. Наемника, пирата, кольца воды, доспехи наемника, наемника. Тяжелый доспехи бандита. Так. Ну, доспехи кольца воды так-то, по идее, можно продать. Так. Кстати, вот эти сундуки, как я говорил, будьте аккуратны с ними. Если вы играете в патче, некоторые сундуки не открываются из-за из-за какого-то благословения, что ли, Аданоса или чего-то в этом роде. Не знаю, что, ну, убьет вас сразу, молния сверху. Ба! Ой, а что я так-то бегу? Эй! Так, я же взял у него, да, уже один? Сейчас, минутку, подождите. Еще хочу кое-что. Так. Меня послал Сатурус. На то, чтобы найти свет, но за... Так, ну это... Где? Так, он мне отметил на карте, но мы их так знаем, потому что к последнему я пробиваюсь где? Уже. Значит, да, ты мне... Это я уже то, что было. Так. Мне вот сюда надо зайти. Эй. Тут, короче, ага, а тут нету в патчах. В общем, тут есть это еще один телепорт. Вот здесь вот он находится. А камень, как я помню, по-моему, где-то здесь что ли вставлять надо. Вот в патчах, да, это Аданос или Адонос, или кто он там нахрен. И надо нам сейчас, где болото? Вот так. Пойдемте шаманить будем. Опа. Бандит. Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Ну так-то, по идее, можно их перестрелять. Ладно, у меня для вас вскоре будет мучительная смерть, которая всех вас будет ожидать. Нет ничего нового. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох-охошеньки, хохло. Так. Идем к алхимическому столу. Если вы думаете, что я буду кузнеца, жилеть или то подобное, ни хрена, за эту табличку я сейчас, блин, порву его. Все. Так, особое зелье. Назад. Смотрите, как далеко пришлось бежать, да, из-за какого-то этого
А ведь так у него просто не купишь, у него не будет, пока не получишь задание. И, кстати, это не факт, что именно у него можно купить. Вам придется всех травников оббегать, кто травой торгует. А я взял именно, да, он травник, травой торговал. Так, у меня зелье, которое поможет тебе вспомнить. Я верю тебе. Так, и... А, я снова помню. Да, что ты наделал? Я помог ему заключить контракт. С ним. Ему были нужны различные... Он пытался открыть портал и... Зачем? Мощный артефакт. Он погребен... А потом? Мы не смогли открыть портал. Но Ворон был уверен, что он сможет сделать... Вот зачем он привел... Гробниц. Место упокоения жреца Аданоса. Еще я помню каменные таблички. И когда он сумел расшифровать то, что на них написано, он использовал на мне заклинание забвения. Так, и что из наших покушений так? Что ты за... Нападение? Прости, я... Тебе... Да, при... я даже за... Так... Мне нужно... Так. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Я лучше не буду вмешивать. Пока. И почему я не слышал об этом раньше? Если бы он был с нами, все было бы по-другому. Я не позволю так обращаться. С тобой. Я просто... Все было бы по-другому. Так, так, так. Ему стоило 100 раз подумать. Ты даже не знаю. Думаешь? Давай. О, у тебя есть... Нет ничего нового. Сейчас. Короче, вот так вот я забрал. А что, у меня ключ от чего тогда? Это абсолютно очевидно. Скажи мне, что это не так. Не понимаю. Он напился в стель. Никто ничего не хочет знать. И у них... Знали они обо мне, в общем? Так, а я их убил, получается? Пойди туда, сделай это. Ну, короче, тут надо аккуратнее вот с этим падлой говорить. Только вот эта скотина может нам... Эй, ты! Рассказать, что, чё, да как. Тогда зачем ты мне ещё... Эй, ребят! Так. Теперь вы мне все здесь не нужны. Смотрите, что я сотворю. Так, подождите, я только отойду подальше, пожалуйста, пока не надо ничего делать. Возможно, я говорил тебе раньше. Так. Я вот сюда зайду. Пойдем. Ой. Ой. Еще одна грязная тварь. На. Пойдемте. Я-то тут вроде как и ни при чем. Но опять же, это только временный эффект. Так, травника не трогайте, ладно уж. Он парень хороший. Тоже небольшое
Ну-ка, давайте, давайте. Давай. Ну пойдем. Тут еще люди есть. Пойдем сюда. Давай, 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 давай. И я буду ни при чем, заметьте. Вау, там замес такой. Опаньки, да ладно. Люсию-то не убивайте. Скучно без нее будет. Эмилио. Итак. Фортуна. Как я говорил, вы мне тут больше-то особо-то и не нужны. Посмотрите, зато как они, да? Вон какаш. Давай. Половину лагеря уничтожили. Куда нет? Нет. Ну и все. Как ты прибежал еще? Тобой. Я про. Падал, но я знаю, что это ты. Или этот. Времени на это. Тот напарник твой. Ему стоит кузнец. Эй! Если бы он был с нами, все было бы по-другому. Нет ничего нового. Вот. Хорошо. Ты убил Эстебана. Нет, так что у них возникли проблемы с краулерами. Три работника уже погибли. И когда я. Делай свою работу. Короче, я не буду заниматься чем тебе говоришь, хотя их можно в легкую найти там. Пока Торос не выдал тебе пропуск, ты... Возможно, я говорил тебе раньше. Этого я тебе сказать не могу. Подождите, это вы что нахрен? Тебе должно быть жаль этого беднягу. Ты нужен... Наконец! Так. Эй! Блин. Смотрите, как я лоханулся, да? А я где сохранился-то хоть? Ему стоило сто раз потом. Я, короче, тут всех перехреначил. Можно я говорил тебе раньше? Никто. И что мне теперь делать? Так, как мне теперь быть-то? Никто ничего не хочет знать. Ну давайте-ка я еще разок наколдую. Рано или поздно это должно было случиться. Захренать всех здесь. Давай. Ну сейчас, ага. Так. Кого вы там увидели? Пойдем. Стой, пока Торус. Пока Торус меня не выдаст. А тут можно же украсть? Вот так. Страшненько у ворот. И вот еще один портал. Так, а где камушек поставлять надо?
Так, это вот погибшие рабы. Пойдем, у вас сейчас будет хорошая работа. Эй, притормози! Ты туда не попадешь, так что... Уйди с дороги! Никто не должен... Это... Нет, это не важно! Бладвин? Он сильнее, чем когда-либо! И если он выяснит, то... Блад... Ха! Ты... Может быть, в лагере ты теперь важный, так что пойди и поработай в шахте! Я... Теряешь свое... Мы еще... Ты знаешь... Так, все. Портал есть. А где его включать? Так, у меня что там? Где? А, вот он мне включать. Вот он. Опа. Подожди минутку. Давай, я еще вот портал открою. Я актив... Ты проделал отличную работу. Теперь они все работают. Вот несколько. Так, ладно. Данил, он тот, значит, мне. Все, обратно нырнули. Поработай. Эй, хочешь пойти поработать? Тогда не забудь закупить. А что мне? Ну, по крайней мере, кирка. Или, скажем, лечебное зелье. Ну, давай. Так. На, yes. Как идут дела? С тех пор, вот, рудокопы не слишком... Ну, давай. Так, а Бладвин, что сейчас командует? Бладвин? Он старший по шахт. Почти. Хотя нет, подожди. Последний раз был, в отличие от ворон... А что? Проклятый... Вот гробница-то мне последняя нужна. Что? Эй, ла... Яркий... Через... Давай, во мне... Так, хочешь выпить? Хочешь? Вот, пожалуйста. Вот смотрите, 750 за пиво, нахрен. Спасибо. Вот это здорово. Да. Давай-ка я вот так вот тебя возьму. Расскажи. Указ в коне, кроме. Расскажи. Указ в коне, кроме. Ну я стану самым лучшим. Указ в коне, кроме. Расскажи мне еще что. Так. Ладно, качнулись. Так как у меня огонек. Можно. Эй, ты! Подожди минуту. Есть какие-то краулеры. Так. Почему? Я тоже спрашивала. Бладвин поруч... Я полагаю... А зачем... Да, понятно. Короче, надо... Ты... Просто... Мне Бладвин не интересен. Так, спускаемся, уничтожаем краулеров, получаем еще опыта. Ой, да заткнитесь вы. Давай, я тут как раз стрел прикупил, на всех хватит. Давай. Так это их можно, конечно, выманивать, и тот тоже будет их бить. Но мы пойдем немного другим путем. Так. Кто-то помер, нет? Я уж не помню. Свиток. Кожаный кошелек. Так.
Что тут еще есть? Что тут есть? Смотрите, так, блин, посмотрите, так-то, да, можно. Так, я их раньше выманивал на этих, на охранников. И там охранники с ними бились. Некоторые, кстати, убегали, бывало такое. Я не знаю, от чего это зависит. Но бывало и такое. Ну, Бладви, я хочу сказать, что ты перебил Крау. Так. Подожди минутку. Ты убил краулеров? А подожди минутку. Ты еще здесь? Нам нужно... Я и так. И ты тот... Все говорят мне. Эти бараны все проморгали. Но от меня ты не уйдешь. Как я уже сказал, я убью тебя. А я... А я опять... Блин, ну давай. Ты мно... Ты не сможешь победить меня. Я... Да. Хватит. Все равно... Да. Все, теперь я правая рука, я лучший друг. Я думаю, это так здесь действует. Ты показал этому лодырю. Отличная работа. Я пойду осмотрю пищу. Ну, подожди. Так. Все. Так, вас же как-то освобождать можно. Так, берем все. Да нет, все, хватит. Идем, идем. Это еще не все, поверь мне. Твою ж мать, я упал. Ты опять? Как я? Арабы почти ничего не получат. Этим город. А что тебе надо? Я... Арабы по этим городским. Я хотел вам еду дать, ну ладно. Раз ты так со мной обращаешься. Какая беспечность. Нет ничего нового. Да. Сейчас повеселись. Убери оружие. О, бог мой, драка. Ой. Да подождите вы. Ой, ой, смотрите, как далеко. Но для вас я сделал исключение. Телепорт. Итак, участвовать с улицы я с ними не буду. Телепорт сработал на ура. Где моя броня? Так. Делаем сохранялку. И... А, подождите минутку. Я что-то без маны. Сейчас, минутку. И поехали. На. Те, кто мне враждебен, те и погибнут. Правильно, я так понимаю? Вот, кстати, у него можно было это тоже взять миссию. Еще одним. И он что-то мог бы там научиться, что ли, там научить. Хреначьте, давайте их там. Так, тебе что, пожирать или лекарство, я уже не помню. Как ты? Я не знаю. Держись. Я...
Ну и вот. Как ты себя чувствуешь? Ну, такая вот мини-миссия. Эй, ты! Сейчас ты получишь. Меня послали маги воды. Я пришел, чтобы освободить вас. Правда? Ты хочешь? Конечно, хочу. Меня послал Ватрас. Хорошо, хорошо. Неужели? Попытка побега будет слишком рискованной. Пленники в основном крестьяне. Мне... Это был... Так что выход у нас... Ты должен сделать так, чтобы... Ладно. Эй, ты! Что тут еще есть у вас? Как это? Я жив. Если ты... Я жив. Что для... Угол должен... Я вроде как бы какой-то там охренительный эксперт уже. На. Что тут еще? Да, иди, пока можешь. Да, тихо ты. Итак, участвовать с улицы я с ними не буду. Телепорт сработал на ура. Убери оружие. Моя броня. Так. Делаем сохранялку. Да. А, подождите меня. Ни хрена вас арбалет, что ли, не берет? Так. Ну, блин. Так, минутку. Тут, кстати, такая приколюха была, что то ли здесь, то ли не здесь. И поехали. Надо драться с этими. Кто-то маг, это один в воду превращался, другой в туман, третий в пар. Те, кто мне враждебен, это такое и погибнут. Правильно, я так понимаю. Так, табличка. Табличка. Нечего взять. Вот, кстати, у него можно было это ничего взять. Тоже взять миссию. Еще одним. И он что-то мог бы там научиться, что ли, там научить. Храм-то я нашел. Хренасти, давайте их там. Но только там ни хрена нету. Кстати, может, что, пожрать, я еще как сказать, рано пришел сюда. Как ты? Я не знаю. Так, тут никакой таблички читать не надо. Ладно. Ну и вот. Спать. Да. Как? Ты себя чувствуешь? О, ну такая вот. Повалёшь, я тебя убью, потому что ты козел оказался. Эй, ты! Остальные сидят на жопе ровно. Меня послали маги воды. Я пришел, так, чтобы освободить вас. Это может быть вас. С духом связано, кстати. Ты хочешь? Конечно, хочу. И где я вам сейчас Ватрас. Покажу. Хорошо, хорошо. Неужели? Хотя по времени уже и закругляться-то надо. Слишком рискованно. Но... Пленники в основном крестьяне. Мне... Это был так, что выход у нас. Ты должен сделать вот так, чтобы... Ладно. Эй, ты! Так, вот еще есть у вас. Как это? Я жив. Если ты... Я жив. Что? Скать для... Ты? Угол должен... Я вроде как бы какой-то там охренительный эксперт уже. Так. На. Что тут еще? Вот так. Все открыли. Да, не густо у него, конечно. Да, тихо ты. Но зато так. Проход открыт. Надо этим сказать, пусть убегают. Мне здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, убери больше делать-то оружие. И нечего. О, бог мой. Так, а где вы только находитесь? Вот в этом проходе. На. Все прав? Ни хрена вас арбалет, что ли, не берет? Так. Все, отлично. Идите на юго-запад. Спасибо. Ну, блин.
Тут, кстати, такая приколюха была. Все. Что... Все, кто на меня не стал нападать, тули пожалуйста, вы освобождены. Бегите куда хотите. Надо было драться с этими. И это еще не все. Маг, это один в воду превращался в другого. Бонусом вам останется. Пар. Вот все, что, блин, это же такое никогда, было. Да? Все, что вы можете тут собирать. Вот, смотрите, кошелек, так, табличка, пробежали. Табличка, нечего взять. Только. Возьмите хоть что-нибудь на память. Продам недорого. Нечего взять. Вон они, видите, ваши собратья как валяются. А куда бежите-то? А, мне же с вами не надо. Где этот матрас? Храм-то я нашел. Но только там ни хрена нету. Кстати, может быть, я освободил пленника, когда пришел сюда. Насчет реликвий. Как насчет... Выглядит неплохо. Бандиты используют эти камни. Таблички читать не надо. На табличках ладно. Знак. Это и есть тот командующий. Бьюсь об заклад. Вот так. Немного золота. Теперь мы со... Ты оказал нам... Благодарю тебя, так. Мы... Большой шар тебя убил, потому что ты козел оказался. Один парень из бандитов. Его зовут Фарни. Сидят уже пировны. Так, это нам не интересно, это мы все уже знаем. Это может быть с духом связано, кстати. Где как и был, вы можете отдельно где почитать. Где он, я вам сейчас покажу. Но мы идем призрак вот так. Хотя портал, по времени да. Уже и закругляться-то надо. Но... Вот, долили. Опаньки. Нам надо... Ну вот так вот. Прямо. Так, берем вот сюда, если я не ошибаюсь. Скатьте. Да подожди ты. Залазь. Так, сохраним. Так. Вот так, все открыли. Да, не густо у него, конечно. Так. Но зато проход открыт. Надо этим сказать, пусть убегают. Мне здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, больше делать-то и нечего. Да. Почему я попасть не могу? В чем он? Закрыт, что ли, чем-то? Так, а где вы только находитесь? Вот так. Вот в этом проходе. Так. Я прав? У тебя тут нету ни хрена, эй! Да? А что с нами будет, когда мы покинем шахту? Так, все, вот тут и я, подождите. Спасибо. Не помню, тут как призрак вот есть. Все, ну как отвечать на его? Если он на меня не стал нападать, пожалуйста, вы освобождены. Бегите куда хотите. Логически. Вот здесь вот как-то, не знаю, с ним разговаривать надо, он задает загадки. Это еще матч, по крайней мере, было. Бонусом вам останется вот все, что... Блин, не видно же ни хрена, даже кольцо. Давайте смотрим, кольца я насобирал тоже. Так, все, что вы можете тут собирать. Вон, смотрите, кошелек. Так, мы три брата из одной красной части, мы сильнее. Так, мы возьмите вместе, хоть что-нибудь на память. Я не могу надеть три кольца. Продам недорого. Вон они, видите, ваши собратья как валяются. Кольцо огня, огня, добежите. Кольцо кожи. А кожи. Мне же с вами не надо. Странный матрас. Кольцо защиты. Так. Я освободил пленника. Я очень... кожи. Так, кольцо Константина, каменная кожа. Насчет реликвий. Насчет... Как насчет... Выглядит неплохо. Бандиты так, используют эти таблички. Я лучше не буду вмешиваться. Вот на табличках вот. Знак. Это и есть тот командующий. Бьюсь об заклад. Вот немного золота. Теперь мы со... Ты оказал нам... Как благодарю тебя, это... махал кого-то там, надо... Большой шаг вперед. Один всё. Парень из бандитов. В общем, его тут нет. Понимаю, на острове я, может быть, даже здесь... Так, это нам не интересно, это мы все уже знаем. Пусть... Это ворон, что он, где как и был, вы можете и... отдельно почитать. Но мы идем к призраку, вот так, еще, портал. Еще, да, есть такой небольшой, что у пиратов может быть еще вот, что-то. Вот, ну тише, опа, вставай. Нам надо... Так. Ешь твою мать, я прямо. Даже не вижу, куда я прыгаю. Там же темнота. О.
нашел, вот сюда. Вижу блеск в глазах, если я не ошибаюсь. Итак. Ну, подожди ты. Залазь. Так, сохраним. Ну-ка, давайте-ка поговорим со всеми ними. Тут там что-то надо? Нет, к золотому дракону тут такого нету. Эй! Так. Будем пока. Так. Что еще тут есть? Да почему я попасть не могу? В чем он закрыт, что ли, чем-то? Так. Ехать. Не, а, вот, вот же мне что надо, я, блин. Я больше. Так. Так, я же этот хотел к лорну сходить. Так. Насчет дворцов. Да. Напомни мне. Так, вот тут я подожди, я знаю, где напомню. Скажи, что это не так. Не помню, тут как призрак вот есть. Ну как отвечать на его на эти? Так, напомню, где обстановка бандита, так. Магический. Вот здесь вот как-то он, не знаю, с ним разговаривал, не знаю, задаю загадки. Ну, давайте, патчи, по крайней мере, было. Там метла, смотрите, пила, блин. Что за кольцо? В прошлый раз я все собирал. А, смотрим, да нет, я собирал. Да слезьте с ним, все жрецо. Так, мы три брата из одной касты. Вместе мы сильнее. Так, ну вот вместе три брата. Я не могу надеть три кольца. Так, что я умею создавать? Что мне надо? Кольцо огня, огня, кольцо кожи, кожи. Астральной силы не интересует. Кольцо защиты. Создавать руну пока нет. Вот, кстати, хочу сказать, что вот на таких вот зданиях... Деревянной кожи, так. Кольцо Константина, каменной кожи. Есть. Вот, смотрите, сундук не трогает. Бижутерия, так, отстрел. Вот это так. Вот кольцо неуязвимости. Как туда попасть? А... Попасть туда можно. А как вот здесь крах? Посмотрите, кого-то там надо. Пирамиду, с которой мы вышли. Мы же туда ни разу не поднимались. Все. Там есть, вот нету. Так понимаю, на острове я, может быть, даже здесь закончил. Есть еще что-то. Нет, 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 блин, в этот осколок под... Так, зашел. И... Так, видите, вот смотрите, опа, еще, так, да, есть такой небольшой, что у пиратов для тех, может кто быть еще как кто-то дротит. Ну тише, ты вставай. Ой. Так, да. Мы вот залезли сюда, смотрим, что здесь видишь, есть. Понимаете, я даже не вижу, куда я прыгаю. Тут вроде там же никого темнота. Нету, только вот. Травки. Нашел, до собиралки всякие. Вижу блеск в глазах. Итак, вот отсюда, если я не ошибаюсь, можно вниз немножко где-то. Джек сидит, он туда. Опа. И там этих богомолов пострелять внизу. Ну-ка, давайте-ка поговорим со всеми ними. Можно пройти. Вот тут там что-то надо. Нет, я золотому дракону тут раз. Минутку, я попробую. Эй! Точно не могу вам сказать, получится у меня это или нет. Так. Будем пока. Где тут залазить-то? Что еще тут есть? Нет. Не допрыгивать лесна. Я так. Так, если это, конечно, я здесь не... залазил. А, вот же мне что надо, я, блин. Я больше. Или где-то тут надо залазить. Есть так, я же этот хотел к ворону сходить. Пробуем, смотрим. Так. Насчет дворцов. Значит, да? Напомни мне. Так вот это я знаю, где напомню. Скажи мне, что это не так. Нет, нет, нет. Расскажи. Блин. Ну-ка. Так, напомню, где обстановка бандита. Так. Вот. Я бы сделал это по-другому. Дайте-ка, я даже не знаю, стоит ли мне спать. Ну, давайте, на поскольку мы залезли. Видите, там карта там как метла, уже смотрите, кончается. Блин. Ну, да. В прошлый раз я все собирал. А, да нет. Блин, да слезьте с нее. Но нам помогут наши акробатские способности. Так, что я умею создавать? Что, в общем, смотрите, по камням так вот лазите, 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 лазите. Пролазите туда и спускаетесь на крышу вон того здания, которое стоит передо мной.
вон туда. И там тоже будет свитки, создавать руны. Что-то еще там нет. Вот, кстати, хочу сказать, что вот на таких вот зданиях. В общем, это для задротиков, кто хочет попытать и посмотреть, что там есть. Сундук не трогал. Потому что в патчах там бывает намного больше, чем у меня, допустим, сейчас здесь лежит. Так, это куда? Так. Как туда попасть? Попасть туда можно. Вот смотрите, видите вот эту пирамиду, с которой мы вышли. Мы же туда ни разу не поднимались. Там есть. Там и цветы, по-моему, есть, и еще что-то. Нет, смотрим, блин, в этот осколок под, это, зашел. Свет, ну это понятно. Так, уничтожение. Видите, вот я даже не знаю, на чего это действует. Это вот для тех, кто это как дротит. Так, вот большое исцеление стоит. Минутку. Ой. Так, мы вот залезли сюда, смотрим, что здесь есть. А зачем мне лечение? Это вроде лечение. Никого нету. Свитки, свитки, вот травки. Мне? Да собиралки всякие. Все, и сделаем, знаешь что. И вот отсюда, если я не ошибаюсь, можно вниз немножко... Стрела с отрицанием, не знаю. Хопа, шар смерти, тоже как-то. И там этих богомолов пострелять. Стрела смерти. Ну попробуем. А туда можно пройти. Попробуем. По камням вот по этим. Сейчас, минутку, я попробую. Точно не могу вам сказать, получится у меня это или нет. Да. Блин, где тут залазь? Стрела смерти. Нет. Огненный шар просто. Шар смерти. Не допрыгивает лесная ягода. О, а вот он. Так, вот он чего урон. Так, если это, конечно, я здесь залазил. 200. Урон магии, урон. Так, это что, большой огненный шар? Пробуем, смотрим от дыхания смерти. Вот, вот можем попробовать потом. Нам надо будет кого-нибудь, на кого можно будет попробовать. Нет, нет, нет. Так, и что мы сейчас увидим? Мы увидим, как ворон от нас убегает. И, ну, по крайней мере, вода на сия этой самой вот. Я и видел. Ладно, на эту хоть мы залезли. Доспехи, стражи, там карта как бы уже кончается. Ну-ка, давайте-ка сравним с моими доспехами. 150, 150, 150. Ну, нам помогут наши акробатские способности. Не знаю, зелье... зелье невидимости, может быть. По-моему, в храме Адана. В общем, смотрите, по камням так вот лазите, 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 лазите. Пролазите туда и спускаетесь на крышу вон того здания, которое стоит передо мной. Вон туда. И там тоже будет... свитки, по-моему, что-то еще там будет накидано. Капусту его, пожалуйста. В общем, это для задротиков, кто хочет попытать и посмотреть, что пойдемте, там есть. Пойдемте. Ребята, не смущаемся, в патчах там бывает намного больше, чем у меня, допустим, сейчас здесь лежит. Давайте. Так, это куда? Да чуть побольше времени уйдет. Да. Армия тьмы. Вот так, смотрите, видите, какие хорошие ребята. Я большое исцеление аж два раза. Не зря они называются армия так. Тьмы. А не какой-нибудь один хрен. Свет, ну это понятно. Так. Так, серебряная чаша. Я даже не знаю, на чего она действует. Зелье. Мне же еще ходить по этим храмам, что-то расставлять так, надо. Большое будет. Исцеление стоит. Так, собираем у нас тут. Ой-ой-ой. А зачем мне лечение средних ранений? А, свитки, свитки, вот где у меня. Золотая чаша, золотая. Все, наполняет ароматом чая. Бензурки. Стрела сотрясания, не знаю. Шар смерти тоже как-то. Стрела смерти. Ну, попробуем. Взять-то с вас попробуем. Ну и ладно. Мне вон туда надо. Идем. Да. Блин. Стрела смерти. Ох, не шапка. Шар смерти.
Открыл. Блин, вот да, так вот этот патчик. Золотой дракон еще с кем разговаривает. 200. Урон магии, урон. Так, это что, большой огненный шар? От дыхания смерти. Побегай, может, давай, все. Он убежал, в общем. Нам надо будет кого-нибудь, на кого можно будет попробовать. Давайте посмотрим. Вот так, и что мы сейчас увидим? Мы увидим, как ворон из этой двери, естественно, не можем пройти сейчас. Ну, по крайней мере, вода на сия, это самое я и видел. Вот он вот сюда. И как я это сделаю? Так. Доспехи стражи ворона. Воды рассказывай, что жопка у нас сравнилась с моими доспехами. 150, 100. На этом все. Подписывайтесь 50. На мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Это 70 до 70. Ну, увидимся уже только в следующем видео. Зелень видимости, может, где-то. А я пока в храме Адана забыл. Ну, что не очень эмоциональный. Извиняйте. Так. Капусту его, пожалуйста. Пойдемте, пойдемте. Ребята, не смущаемся, не стесняемся. Заходим. Давайте. Убегай, давай. Все. Он убежал, в общем. Вот чуть побольше времени уйдет, вот, да. Посмотрим. Вот у меня запись появилась. Мы через эту дверь, естественно, не можем пройти. Вот так, вот так. Смотрите, видите, сейчас. Какие хорошие ребята все-таки. Вот, вот сюда. Не зря они называются армия тьмы. Они какой-нибудь один хрен. Магом воды рассказывает, что жопка у нас случилась. Так, серебряная чаша. Ну что ж, зелье. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ходить по этим ставьте храмам, лайки, оставляйте ваши комментарии. Надо будет. Ну, увидимся уже только в следующем видео. Пока. Так, собираем. Как дамагов воды добегу. Ой-ой-ой. Что, что не очень эмоциональный. Извиняйте. Так. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Эти бензурки. Взять-то с вас нечего. Ну и ладно. Мне вон туда надо. Идем. Открыл. Блин, вот так вот этот патчик, золотой дракон еще с кем разговаривает надо там.